Здравствуйте, меня зовут Евгений Матат, я из города Мозыря и хотел бы исполнить композицию собственного сочинения «Дождь», которая называется «В стиле хип-хоп». Давай, пожалуйста, просим вас. Меня всегда принимала, лишь ты одна любила, лишь ты одна понимала, лишь ты одна, когда мне трудно было, помогала, лишь ты одна ценила, лишь ты одна не предала, когда мне тяжело было, когда сбивался я с пути, мысли о тебе, родная, помогали идти, уже мы стали старше, но почему, не знаю, когда я засыпаю, о тебе вспоминаю, уже не будем мы с тобой, уже не будем зая, но меня что-то тянет, к тебе, моя родная, не знаю, что с тобой случилось, что с тобой стало, мое сердце так же билось, а твое устало. Ты изменилась и свои планы поменяла. Твои чувства остыли, а любовь пропала. Ты не послушала меня, ты поверила ей. Остался я грустить под шум ночных дождей. Небо на двоих, смотри в мои, смотри в мои глаза. Я не искал других, всегда любил, всегда любил тебя. Просил не уходи, ты для меня, ты для меня важнее. Под шум ночных дождей. Спасибо. Анастасия, ну вот вам такой турандот 21 века. Вот если бы он стоял у вас под балконом, вы бы бросили розу? И ушли бы вот так вот с балкона, да? Ну вам понравилось? Вам нравится такая музыка, такое исполнение? Я могу признаться, что я ничего не понимаю в этом стиле. Честно, вот честное слово. Я могу спеть. Что, я тоже ничего не понимаю, признаться тоже в этом? Ничего не понимаю. Не в вашем исполнении. То есть я не тот эксперт, который, может быть... Ну, я тогда скажу я. Потому что песня-то, в принципе, ну, неплохая песня. Но и как раз исполнение меня ваше не очень устраивает. Еще потому, что, в принципе, вы не первый человек, исполняющий рэп сегодня, и не лучший. Поэтому, да, как много рэпа у нас быть не может, в принципе, я бы... Как рэпер, я предпочел бы вам кого-то другого. Спасибо. А я, как специалист в области хип-хопа и рэп-музыки, хочу... Вы не смеетесь, у меня внук воспитал меня в этом... Все в порядке. Да, я знаю, может быть, даже больше, воспитаете, чем все остальные. Хочу тебе сказать, ты качай, качай, ты делай свое дело, потому что тут небольшие специалисты в этой области, то есть, может быть, в чем-то в другом понимают, и так тебе зарубят всю твою перспективу. Занимайся. Ну, да, действительно, много рэперов у нас не может быть, к сожалению. Хотя, кто его знает. Но подумай. Спасибо. Ваши аплодисменты. Спасибо огромное.